Стирание грани между городом и селом еще десятилетия назад было приоритетной задачей. И пусть до сих пор она полностью не решена, но стремиться к этому все-таки нужно. Селяне должны жить, пользуясь всеми благами современной цивилизации. Чтобы этого добиться, нужны общие усилия. Хутор Маевский – один из ближайших по расположению к районному центру. Здесь есть необходимость в постоянном внимании к наболевшим вопросам. Глава Славянского района сразу обозначил важность предстоящего разговора на сходе граждан хутора. И мы совместно с вами подумаем, значит, есть, может быть, глобальные вопросы, есть частные вопросы. И попытаемся на них ответить и, может быть, что-то решить, что-то улучшить. Значит, на этот сход я приехал не один, здесь приехали со мной целая команда, заместители. Роман Синеговский предложил жителям задавать вопросы по всем темам. Жителей хутора волнует работа здравоохранения, не всегда удается оперативно попасть на прием к узким специалистам. Главный врач центральной районной больницы рассказал о том, что делается для того, чтобы улучшить работу, и сообщил телефоны, по которым можно обращаться к руководству районного здравоохранения. Озабочены маевцы и водоснабжением хутора. Их не устраивает и качество воды, и перерывы в ее подаче. Глава Славянского района отметил, что нужно принять меры, чтобы нормализовать водоснабжение. Жители в любом случае должны быть обеспечены водой. Сейчас дополнительно приняли решение, еще одну водовозку возьмем. А глава обязан, чтобы вода была у каждого жителя. Вплоть до того, что мы пластмасски покупаем, питьевые, развозим. В хуторе Троицком проживает около 250 человек. Работает фельдшерско-акушерский пункт, есть свой магазин. Хуторянам требуется почтальон, но трудно найти человека на небольшую зарплату. Беспокоит жителей и качество электроснабжения, которое оставляет желать лучшего. Нужно осовременить и детскую площадку. Все вопросы взяты на контроль, обещано содействие в их решении. Люди уже как бы ему доносят это все. И как бы он видит и работу и администрации Маевского сельского поселения, и видит нужды. И нам, в принципе, легче потом обращаться к главе и решать эти вопросы, которые возникают у нас. Потому что без поддержки администрации района тяжело очень работать. Тут должна быть полностью как бы тандем, одна команда, и будут решены все вопросы, я считаю. Глава поселения только что приступил к работе, но старается выявить все проблемы. Вместе с районной властью их можно будет решить. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».